Пойдем кое-что покажу. Ну, у нас большие новости. На самом деле, кто уже не первый год смотрит наш канал, я думаю, вы узнаете это помещение. Раньше была одна большая комната, но сейчас это превратилось в громадную стройку. Мы поднакопили средств и решили их вложить в то, что уже длительное время так необходимо было нашей первой в России бесплатной ветсанчасти. Что на самом деле сейчас происходит? Отгораживается полностью комната, она будет оснащена оборудованием, которое будет здесь закрываться, полностью закрыто все будет, чтобы ни пылинка туда не попадала. И можно будет пользоваться кварцевыми лампами, обеззараживать помещение и тому подобное. В общем, добиваться стерилизации. На самом деле, операционная выстраиваться начала уже давно, можно образно так сказать, потому что вот этот пластик еще пару лет назад подарил нам Руслан Анатольевич. Это давний, очень хороший друг приюта, который не пожалел для нас отдать вот такие вот рамы. Это будет полноценная, уже серьезная операционная, в которой все будет чисто и стерильно. Ну, то есть выйти на уровень, потому что все-таки название первое в России бесплатная ветсанчасть, пусть она и маленькая будет, но она будет цивильная и аккуратная. С нее все начнется, дальнейшее расширение. Так что сейчас вы можете наблюдать момент, как идет стройка, как это все переоборудуется, меняет свой вид. В этом строительстве нам здорово повезло, потому что вот эти пеноблоки были куплены еще в прошлом году и по тем ценам, которые приемлемы были для приюта. По нынешним временам это уже как бы накладно. Сейчас стройматериалы взлетели просто, сейчас все взлетело в космос, можно так сказать. Здесь еще нужно будет вставить стеклопакеты, понятное дело. Где-то что-то их не хватает, придется докупить, может быть, каких не хватает. Но я думаю, будет нормально. Вот дверь еще на полу валяется, надо будет вставлять. Кстати, посылки. Ну, здесь перестановка, пока стройка идет, все с места на место перетягивается. Вот это раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть посылок. Это мы их еще не распечатали. Они пришли, но мы не распечатали. Почему? Потому что будет отдельный ролик по распосыливанию, как всегда. И мы, нас любопытство-то распирает, понятное дело, что там внутри. А нельзя до дня распосыливания. Вот так вот. Могу крутить, могу не крутить. Вот. Теперь этой штукой будем блоки скреплять. Хочу поблагодарить людей, которые всячески поддерживают со всей России, со всего мира, грубо говоря, нашу первую в России бесплатную ветсанчасть за помощь, за поддержку. Благодаря вашей помощи мы можем оказывать помощь животным и спасать их, грубо говоря. Здесь, в этом помещении будут твориться чудеса. Тот, кому не повезло в жизни, попадая сюда, будет обретать новую жизнь, новые возможности. Помощь по делу. Всем пока.